Всем привет, друзья! Сегодня решила попробовать снять видео на новую свою камеру, посмотреть, как будет качество звука, как качество съемки будет. Здесь у меня ужин на 290 грамм, огурчики своего огорода. Я еще все полила маслом. Сейчас скажу. Льняным. Огурцы просто пушка. Они еще такие маленькие, молоденькие. Советую, кто не пробовал чуку, обязательно попробуйте. Вкус, ну, если вы любите морскую капусту, я думаю, и чука вам отлично зайдет. Не забываем, что 1 июля будет контрольное взвешивание, уже 4. Я вам расскажу по поводу, какие у меня планы насчет питания, как я планирую в дальнейшем потом это все сохранять, какие вообще мысли у меня по истечении 4 месяцев. Я вот, например, кабачки особо не люблю, но это вкусно. Я не люблю вообще, в принципе, эти баклажаны, но язычки из баклажанов почему-то мне очень нравятся. Когда майонез с чесноком туда завернут, еще и со свежим помидором. Ну, сейчас, когда пойдут свои уже с огорода баклажаны, я постараюсь записать видео, показать, как именно можно заменить на правильное питание такие баклажаны. Посмотрим, вкусно будет или нет. Здесь у меня, кстати, внутри. Сейчас покажу. Не знаю, видно будет, не видно. Фарш. Наоборот, не фарш, а мелко порезанная куриная грудка. Почему куриная? Индейка, она более жестче. Индейка хорошо подходит для отбивных. Ну вот грудка куриная, она на котлеты вкуснее, более нежнее. Кстати, вы мне в комментарии пишите, как вам вообще качество съемки. А я вам сейчас расскажу историю. Вообще, что меня сподвигло на камеру. Вообще, изначально я хотела поменять телефон. Я думала, я буду такие только шотсы снимать. Вот. И думала, что телефон, в принципе, достаточно будет хорошего качества. Но когда начала искать, уже непосредственно в магазине, не лучшего качества, я не скажу, что самое лучшее, просто уже лучше, чем мой, по крайней мере, телефон, будет стоить где-то 50-58 тысяч. Я поняла, что
И то там стабилизация будет не на высшем уровне, либо ее вообще не будет. Я поняла, что надо искать телефон, камеру. Для меня было первое приоритет, чтобы у камеры был свой экран. Вот. Потому что, я сейчас объясню, да, мы были на очень красивых турбазах нашей области. И в нашей области они одни, может быть, из самых лучших, либо, там, я не знаю, в пятерке лучше. Вот. И я начала снимать на камеру, на свой телефон. И это просто. Это что-то с чем-то. Я даже была в шоке от того, что бывает такое. Вот так все прыгало. Ну, соответственно, стабилизация ноль. Во-вторых, при том, что у меня на телефоне там 50 мегапикселей, можно камеру вставлять на фотографии, но она уже не делается такая на фронтальную, соответственно, и видео у меня, по-моему, не идет на 50 мегапикселей. Поэтому сейчас возьму еще. Мой стакан разбили, где мама всегда права, поэтому у меня теперь какой-то тут с завода кума подарила. Мне не понравилось качество съемки, именно как мы снимали, ну, на турбазе, то есть картинка мне вообще не понравилась. Когда я ее монтирую, я была просто, мягко говоря, в шоке от такого качества. Я поняла, что, ну, когда какие-то красивые места, и ты даже не можешь передать, ну, по качеству видео эти места, ну, меня начало это расстраивать. Поэтому муж дал добро на приобретение, конечно же, камеры. Он всегда считает, что если мне это надо, значит, нужно брать. И у него политика такая, что надо брать хорошее. Ну, а мне, в принципе, эта камера по всем параметрам, я даже Sony смотрела, но те, которые мне попадались, я не видела у них экранов. Поэтому просто вот так, ну, смотреть в экран, нет, это в камеру, это не мой вариант. Поэтому я сейчас только учусь быть сам себе оператор, сам же себе режиссер. Не будьте строги ко мне. Строги. Надеюсь, что все понравится. Вот. Чай у меня идет чага, по-моему, с ромашкой. Она, кстати, в пакетике такая крупненькая. Чага это. Не знаю, видно, нет, но. Так что, если вам понравится качество, будем почаще снимать видео разговорного такого жанра. И не забываем про 1 июля. Скоро выйдет видео.